29 мая по 3 июня в Португалии проходил мировой форум по спортивной аэробике. Для российской сборной чемпионат стал по-настоящему триумфальным. Наши аэробисты впервые с 2002 года сумели завоевать золото в общекомандном зачете. Весомый вклад в этот успех внесли спортсмены Омской области. 5 июня в Омском аэропорту родные и друзья представители Минспорта встречали участников португальских стартов Романа Семенова и Алексея Журавлева, а также тренера Алену Диколенко. Остальные ребята прибыли в родной город немного позже. Тяжелая, конечно, была подготовка к нему. Было очень много всяких недоразумений. У нас не было профессионального помоста, обещали привезти, не привезли. Ну, мы, по крайней мере, готовились в таких условиях. Мир, конечно, прошел уже потом в таком дружеской обстановке. Конечно, естественно, все сложно. Тяжело бороться, но если ты готов, конечно, на 100% можешь выступать. Этот чемпионат мира сложился очень удачным. Команда была готова как никогда. Вот. Мы завоевали очень большое количество медалей. А если сказать точно, то мы заняли... В аэростепе у нас первое место, в группе у нас третье место, девочка у нас заняла второе место, и тройка заняла первое место, и в команде мы заняли еще первое место. Очень впечатлили выступления японских и китайских спортсменов, очень понравились. Была организация замечательная.